Но боль в сердцах не утихает. Мы вспоминаем каждый раз ту теплоту любимых глаз. Любовь забвения не знает. Прошел год скорби, слез, душевной боли, год печали. Я хочу сегодня быть под впечатлением, что столько народу. Это, дорогие Эдит, Мирхай, Люба, Света, это не только дань уважения вашей матери, это дань уважения и детям ее, которые люди, они своими, и вы, своими добрыми деяниями делали так, что сегодня все мы вместе с вами. Мы породились, дорогие друзья, с детьми Апазулай в ноябре 1990 года. Это сколько лет? Это 26 лет тому назад. В ноябре, в начале ноября где-то умирает у меня мама, через несколько дней умер Хая, Эдика, Люба и Свету, умирает папа Акадавид Шамаев. И вот мы скрестили свои дороги, каждое утро в синагоге дети Апазулай и дети моей матери, мы читаем кадиш, и вот здесь мы были близки, на почве вот этого горя общего, мы как бы объединило нас это горе. И я не забуду, как Апазулай подходила к нам и на нашем родном языке успокаивала нас, детей. Она большим уважением относилась к моей матери, и она успокаивала нас. Если бы она нас успокаивала на русском языке или на английском, может быть, это не достало до нашего сердца. Почему? Недавно мне встретилось такое стихотворение по поводу родного языка. Я попрошу ваше внимание.